парк Подрезково встречает день рождения любимого города. Несмотря на пасмурную погоду, здесь многолюдно. Химчан спешат поздравить творческие коллективы и звезды российской эстрады. Отметить День города в парк пришли целыми семьями. Гости праздника танцевали, подпевали выступающим и участвовали в разных активностях. Нам сегодня очень понравился праздник, мы сегодня со всей семьей пришли. Весело, замечательно, мы танцуем сегодня. Для юных химчан аниматоры провели веселые игры. На праздничной площадке можно было встретить детей всех возрастов. Жители микрорайона поделились впечатлениями. Я живу здесь, в Подрезково. Замечательный район, родному Химке желаю. Процветания, благополучия, мирного неба. Спасибо огромное администрации за устроенный праздник. Все весело, здорово, детям очень нравится. Поздравляли химчан с днем рождения городского округа муниципальные депутаты и общественные деятели. В парке Подрезково организована прекрасная, замечательная, развлекательная программа для жителей города. Выступают знаменитые звезды, такие как Катя Лель. Хочется пожелать нашему городу только процветания, а жителям с каждым днем замечать улучшения. Гости мероприятия с нетерпением ждали выступления российской певицы Кати Лель. Ее знаменитые хиты хором с удовольствием пели все, от мала до велика. Катя Лель не только подарила гостям праздника положительные эмоции, но и тепло поздравила городской округ с днем рождения. С огромным удовольствием я поздравляю от всей души Химки с днем рождения. Хочу пожелать душевного тепла, благополучия, здоровья крепкого, энергии, созидания и веры, огромной веры в то, что у нас все будет обязательно хорошо. День города в парке Подрезково получился ярким, запоминающимся. Значимость событий отметил и муниципальный депутат Алексей Федоров. Это праздник, который объединяет нас всех. Те, кто здесь родился, те, кто приехал сюда работать, жить, воспитывать детей. Я хочу, чтобы мы всегда гордились нашей малой родиной и вносили свой вклад каждый день в ее развитие. Парк Подрезково – сердце микрорайона, которое бьется в ритме города. Точка притяжения пользуется большой популярностью у горожан не только в праздничные дни, но и в будни. Благодаря удобному расположению и развитой инфраструктуре все торжественные мероприятия в микрорайоне проходят именно здесь. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.